В испанском городе Валенсия пожар охватил 2 многоэтажных жилых дома, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе 6 спасателей. На место происшествия в центре города выехали пожарные. Также были задействованы солдаты испанской военной службы экстренной помощи. А медики установили большую палатку. В результате пожара в небо поднялись клубы черного дыма, которые были видны издалека. Премьер-министр Педро Санчес заявил о солидарности со всеми пострадавшими и выразил благодарность спасателям.